432 миллиона рублей федеральных средств получила Ивановская область в этом году на ремонт, реконструкцию и строительство детских садов. В Новой Ильинке от будущего дошкольного учреждения пока готова только цокольная часть гидроизоляции. Сад на 12 групп будет двухэтажным, сделают его из кирпича. Часть федеральных денег освоят в этом году, остальные в следующем. К осени 2014 года малыши из Ильинки не только будут ходить в новый современный сад. Вместе с тем работа по увеличению мест в дошкольных учреждениях ведется по всей области. В Новой Ильинке это будет около 100 миллионов федеральных средств. Большие объекты у нас есть еще, кроме Ильинки, в городе Иванове будет несколько дошкольных учреждений. Большой объект мы считаем Шуя. Этот полностью с нуля будет строиться тоже дошкольное учреждение уже в этом году на эти федеральные средства. В Родниках выкупают дом, это тоже такая новая форма. Еще один крупный детский сад откроют на улице Велишской. Сейчас идут отделочные работы, куплены мебель. Сюда будут ходить 220 малышей. 1 сентября детский сад будет открыт. Ну, будет проходить процедура лицензирования. Сами ребята, наверное, через какое-то время придут непосредственно в детский сад. То есть, может, неделя-две потребуется на приведение всех документов в нормативное состояние. Более 700 дополнительных мест в дошкольных учреждениях будет открыто в этом году. К концу 2014-го – 1200. Однако даже такими ударными темпами полностью решить проблему нехватки мест в детских садах пока не получится. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.